Наш прадедушка Харунжи Михаил Тихонович, участник Великой Отечественной войны. Как и тысячи других мужчин, был призван в армию в 1941 году Абинским районным военным комиссариатом Краснодарского края. Прадедушка воевал в составе 32-й гвардейской стрелковой дивизии, воины которой не раз встречались лицом к лицу с фашистами и во многих сражениях одерживали победу. Одной из самых крупномасштабных операций, в которых участвовала дивизия, стала операция по освобождению Крымского полуострова весной 44 года. В ходе нее и погиб наш прадед. 10 мая 1944 года Москва салютовала освободителям Крыма залпами из 324 орудий. К сожалению, прадедушке не суждено было дожить до этого дня, но каждый год мы с гордостью несем его портрет в строю бессмертного полка.